13:35 дня, дует холодный ветер, температура воздуха в тени 1,8 градуса, температура воды в поилках 30,8 градуса. Пчелки из ульев поодиночно вылетают и летят за водой. Ужас, конечно, в такую погоду летать. Очень холодно. Солнце иногда из-за туч проглядывает, и на солнце чуточку теплее. Хотя ветер холодный такой, просто морозит. Абсолютно нелетная погода сегодня. Но инстинкт заставляет пчел выходить даже при такой температуре из ульев и совершать полеты за водой. Всего лишь 1,8 градуса. Ветер просто сдувает, даже 1,7. Температура чуть-чуть понизилась. Пчелу ветер сдувает просто от литка. И вот из этого улья, где идет очень активное развитие семей, пчелы вынуждены вылетать за водой даже при температуре 1,7-1,8 градуса тепла. Жуткие условия для полета сегодня.